Вот так. Надень ее, вот так, да, молодец. Ну все. Осы, он говорит, там осы. А? Осы, осы. Как осы? Там же пчелы летали. Воруют, наверное, осы или что делают? Что, там внутри осы? Да, вылетают осы оттуда. А я думал, пчелы. Матушку хотел послать сюда опять забрать. Да кого? Внутрь-то осы залетают. Вон осы. А ну сходи, узнай. Издалека хоть. Да, осы. Значит, их тогда ребятишек осы нашпиговали. Ну, они говорят, что осы, да. Это осы все сделали, мне как пчел, помнишь? Ну, а что? А осы это народ такой, неблагодарный. Это реально осы. Видишь, я закрыл, а они не знают, как туда зайти, понял? Смотри, чтобы тебя не покусали. Это осы, пошли. Это... Да. Ну маленько поближе как-то посмотреть надо. Да не, Вова, смотри, оставь. Они злятся, я им закрыл вход. Они-то привыкли сверху заходить. Они в недоумении, понял? Осы обязательно желтая полоска, а пчела целая. Что, ух ты, гад. Что, ужалила? Ну да. Так пчела или оса? Оса. Осы, осы. Осы? А куда ужалила? Да она, только я ее успел поймать. Не ужалила. Но она в лоб ударила, но я успел ее поймать. Ну понятно, так неужели осы? Обосновались осы. Так, ребята, на выход. На выход. Забирайте свои ведерки. Уходим быстро. Ничего себе у вас тут что-то. Это, Виталий, не отставай. Ну что, быстро пойдем на выход. У вас тут богато было. Я там на задворке не положил. У тебя Игнатий там спасибо не взял. Там это рядом. Рядом с великом крышка. От моей корзины. Угу. Давай.
взяли покрышка своей посудины? Да. Господи, слава тебе. Господи, благодарим тебя за милость, что послал нам ягоды. Да будет благословенно это место. Благослови путешествующих и брата Акима. Почти добрые жители Романа сохранить пути Владимира. И место сие да послужит радости для всех приходящих сюда. Посети одиноких сирот, заброшенных, слепых, парализованных. Порадуй всех твоим присутствием. Слава тебе, милосердный Создатель. Хвала тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Ну давайте показывать, у кого сколько. Там ведерко носит. Ну-ка определите вот. Ну-ка, Володя, прикинь. По сколько? У кого больше всех? Еще и качество, смотри, качество. А? Держи. Обращаю внимание. Давай, я вывалю сюда. Гнатик, что-то это. Это вам. Виталик, он, смотри, выбирался прям. Конечно. Выщипывал там. Гнатик, я это вам лично вот это. Ну чего ради? Ну как, я для вас старался. Да ладно, для вас старался. Я сам себе набрал. Давай. Факты говорю. Вываливай. Легче тащить будет. Благодарю за внимание. Так, забирайте. Я насобирал 700 ягод. Ничего вот, себе. Вот. И съел сотню. А я ничего не съел. Ты ничего не съел. А я что-то сейчас это. Так, а ну, что это? Смотрел-то, ребятишки-то хулиганы-то были. А мы в школе были, и велосипеды, а ни пилей-то не было. И покупали какие-то такие, как напальники. Мы не знали еще, гандоны эти. Они очень хорошие. Мы их резали, и она плотно облегает вот эту. Угу. Ну, не пилята. В 10 классе ты как узнал, что это не пилей. У нас был Дроздов Гоша, он потом пошел в военное училище, что ли, такой грамотный был, и нам все растолковал. Ух, как плевались, как мы же в рот брали ее. Это, намусливали, проверяли-то, идет или нет там где-то. Какая пакость. Пошли. Слава Христу!